Этап 6. Кубок гибридов в Хокенхайме. Часть 1. Добро пожаловать на первый в истории чемпионат Европы среди гибридных гиперкаров. Рада, что у меня есть возможность быть здесь вместе с тобой в этот исторический день. С удовольствием расскажу тебе о правилах первого в истории кубка гибридов. Прежде чем гонка продолжительностью 200 кругов стартует, каждому пилоту предстоит пройти один квалификационный круг. Общее время круга, рассчитанное на основе выступлений твоего и твоих товарищей по команде, определит ваши позиции на стартовой перешетке. Съезды с дорожного полотна не допускаются, запрещено опасное и агрессивное пилотирование. Пит-стопы и замена резины по ходу гонки также не предусмотрены. Пилоты, поздравляю с достигнутым результатами и желаю успехов в дальнейшем. Благодарю за ваш вклад в борьбу за углеродную нейтральность в гонках. Ваши имена обязательно будут вписаны в историю. Удачи, победа ждет тебя. Завершить круг за минуту 19. Без съездов. Так, из первой попытки получилось, но получилось притирочку. Стартуем тут на первом месте. Никто не мешает. Так, на выходе дотормаживаем, чтобы не занесло. Тормозим. И здесь сами тормозим. Раньше поворота. Немного заносом. В притирочку минута 18 800. Я снова вылетел, слишком рано резину сменил. Не совершай той же ошибки. Используй этот первый круг, чтобы прогреть свою. Я поеду вперед, а ты не торопись и как следует прогрей резину. В этом заезде пит-стопов не будет. Поэтому все повороты проходи осторожно и постарайся финишировать минимум на 16 месте. Еще одно сложное задание. Не с первого раза прошел. Все время вылетаешь с трассы на поворотах. Что тормозить тяжело. Алексей. Русские парни добавили Евгений и Алексей на Поршиках. Что-то оно как-то медленно набирается.
здесь много раз и там. Странно. Вроде дрифтом должно набираться быстрее. Прорыв. А тут он никак не реагирует. 23%, 16 место. Завершаем этот круг. Ставим на ремонт. Итак, резина прогрета. Пелотон размазался по трассе. Постарайся добраться до 14 позиции, но не забывай, что это марафон, а не спринт. Минимум 14 позиция. Без съездов и повреждений. Так, и это мы обгоняем команду русских. И Евгений, и Алексей. На спайдерах. Второй есть. 14 позицию забираем себе. Ты по-прежнему сильно отстаешь. Чтобы нагнать Ахмеда, нужна средняя скорость 202 км в час. Так, максималочку набрать. А, 11 позицию надо взять. А это два австрийца. Продвигаемся. Первый пошел. Даниэль.
останется. Ханс. Не дается. Здесь обгоняем. Дрифтуем. Так, финишная черта и 201. Прям их надо нагнать. Запас. Может, в конце и Ахмеда будет. Впереди у нас остается Фредерик. 10-я позиция на этом этапе. Тут не сложно было. Только вот это с прогревом там. Тяжело было в повороты заходить. Не хватало терпения. Завершаем 6-й этап. $20, 2000 опыта. Я проанализировал данные, полученные за первые 100 кругов, и сверил их с данными других твоих европейских гонок. Скоро у нас с тобой будет над чем поработать. Понятно. Так, заберем. 50 голды. Такое вот прохождение. Ставьте лайк, подписывайтесь. Дальше продолжим.